Сотрудники отдела муниципального контроля администрации Каспийска и МБУ «Зеленый город» 31 мая провели рейдовые мероприятия по коммерческим объектам. Поводом для встречи с хозяевами точек послужило отсутствие договора на вывоз мусора. Некоторые из них оказались недобросовестными плательщиками, а оказалась и другая категория. Недобросовестные предприниматели сразу же на месте решили сотрудничать и заключить соответствующий документ. Заключение договора на вывоз мусора является обязательной процедурой для частных организаций согласно статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В противном случае будут введены штрафные санкции, а также ограничения работы. Отметим, что рейдовые мероприятия будут продолжаться. Представители муниципального контроля и МБУ «Зеленый город» в обязательном порядке проинспектируют все места общепита, банкетные залы, магазины и многое другое.